Итак, дорогие друзья, всем привет! И сегодня ко мне на обзор попала клавиатура, которую я заказал на AliExpress. То есть посылка у нас из Китая. Что-то у меня тут прическа испортилась. Итак, клавиатура у нас называется DB Power, и она имеет русскую раскладку даже, но не обычную русскую раскладку, как там наклеечки всякие наклеивают, да? И какую-то плохую гравировку делают. У нас здесь нормальная русская раскладка, и эта клавиатура сделана именно для русского рынка, ну или для русскоговорящих, потому что я, к примеру, живу в Украине, ну тоже как бы на русском это самое. Вот, и мне эта клавиатура очень сильно подходит. Вот такая вот у нас клава пришла. Она у нас с LED-подсветкой. Очень даже хорошая. Как видим на картиночке, у нас здесь все вот написано. Создана для игр, клавиатура, все дела с LED-подсветкой. Вот, классная клава. Я ее уже как бы доставал, смотрел. Но сейчас вам покажу, что да как там у нас дела обстоят. И что, поехали на камеру смотреть, да? Так, вот, собственно, наша коробочка. Вот такая вот игровая клавиатура с LED-подсветкой. Создана для игр. Вот у нас тут еще тут USB Plug and Play. Трехцветная LED-подсветка. Эргономичный дизайн. И 2 года гарантии у нас здесь. Тут у нас несколько режимов цвета. Красный, фиолетовый и синий. Также она может переливаться. Так, что тут у нас еще? Так, ага. Тут у нас размеры пишут, кому надо, смотрите. Она довольно компактная и гораздо меньше, чем моя старая клавиатура. Что, несомненно, меня радует. Вот, так, что у нас тут еще есть? Клавиатура. Ну и все, собственно, больше ничего нет. Сейчас мы ее раскроем и посмотрим, чего там у нас такого. Тут у нас встречает нас клавиатура. В такой вот легкой защите. Ну, этого вполне достаточно. Правда, если, конечно, на почту на нее наступит, то, я думаю, хана ей будет. Здесь у нас инструкция о том, как пользоваться LED-подсветкой. Вот, можете посмотреть. Она на русском и на английском языке. Так, собственно, достаем нашу клаву. У нас в коробке больше ничего нету. Вот так. Достали. Сейчас мы это уберем и посмотрим уже поближе нашу клавиатуру. Вот, вот такая она склава. Здесь, кстати, была пленочка, ее желательно бы содрать, вот, чтобы был общий красивый внешний вид. И, собственно, вот так вот она у нас выглядит. Она имеет открытый тип. То есть открытого типа, как видите, все кнопки, все видно. То есть чистить ее будет, в принципе, легко. Старая клавиатура, конечно, со старой клавой у меня были проблемы, то здесь просто вытряхнул там всю грязь, да и все дела. Внутри он там железяки у нас есть, клавиши все механические, вроде как. Да, это механика есть. Или мембрана. Сразу так не... Ну, по крайней мере... Короче, нормально. Клава разбирать не буду, смотреть, что там да как. Мне как бы не интересно. Главное, чтобы она работала нормально. Вот. И она работает, кстати, нормально. Уже проверял, все замечательно. Клавиши нажимаются легко. И вообще приятная клава. Вот она у вас так выглядит. Внешний вид посмотрим. И, блин, просто обалденная клавиатура. За свои деньги она дешевая и хорошая. Вот так вот она у нас сзади выглядит. Как видим. Тут у нас подставочки есть вот эти, чтобы можно было так в таком положении клацать. Замечательно. Так, ну и что, перейдем на фронтальную камеру. Итак, вот, собственно, наша клавиатура. Вот такая вот DB Power.
Что хотелось бы сказать про эту клаву? В принципе, те обзоры, которые я смотрел, вот, там все было в порядке. Но мне пришел такой экземплярчик с небольшим брачком. Она немножко винтом, здесь буквально пара миллиметров. То есть сразу я этого не заметил, но когда ставишь на стол, она так немножко болтается. Но это не критично. Если бы я эту клавиатуру покупал за 500 баксов, я бы уже, не знаю, наверное, с угрозами физической расправы звонил в магазин, угрожал изнасилованием и, в общем, всячески ругался. Но, учитывая стоимость этой клавиатуры, этот брак можно простить. В других роликах, именно которые я смотрел, там этого брака у людей не было. Ну, видимо, мне достался просто такой экземпляр. И это, блин, не важно, потому что клавиатура, блин, дешевая просто, она дешманская. Она стоит $13. $13 это вообще копейки. За LED-клавиатуру это просто шара. Потому что я смотрел, к примеру, у нас по месту тут в Украине, сколько стоит клавиатура с LED-подсветкой. И самая дешевая, которую я нашел, она была 800 гривен стоила. Это приблизительно где-то 30 баксов. Вот. И она, кстати, была с AliExpress уже. Это просто перепродавали, купили на Али и, соответственно, выложили на площадке торговой. Вот. И фирменные клавиатуры, там Asus, там Razer всякие и так далее. Самая дешевая 1500 гривен стоит. Это, ну, где-то 1600. Это примерно $60. То есть, это, ну, как по мне, это дорого за клавиатуру с LED-подсветкой. Тем более, за что платить вообще такие деньги? Я там видел вообще по 2000 гривен, по 5. 10 тысяч гривен, блин, 500 баксов, там это примерно где-то 13 тысяч гривен. Просто какой-то мрак. А тут за $13 мы получаем клавиатуру с LED-подсветкой. У нас русские буквы, они прозрачные, и вечером все подсвечивается, то есть видно все отлично. Собственно, она для этого и покупалась, потому что вечером у меня клавиатура как бы не имела LED-подсветки, и монитор, когда светит в глаза, сидишь, блин, вот так вот к этой клавиатуре, такие, где там буквы? Ага, и просто нифига не видно. Это была, собственно, очень большая проблема. И я купил себе вот такую клавиатуру с LED-подсветкой. Когда я заказывал, собственно, я думал, что приедет какое-то фуфло. Вот, я как бы уже настроен был на то, что, ну, 13 баксов, как бы, что там ожидать можно было, да, хорошего. Я как бы не надеялся на то, что там приедет отличное качество какое-то. Я думал даже, что клавиатура приедет такая, что там прям будет распадаться от одного взгляда. Кнопки будут вылетать. Но когда я раскрыл коробку, достал клаву из упаковки, я был приятно удивлен, потому что первое впечатление такое, о, вау, ничего себе, за 13 баксов, это стоит 13 баксов? Она на все, блин, я не знаю, $30-40 тянет. Ну, реально вообще. Она выглядит так, что она смотрится гораздо дороже, чем она стоит на самом деле. И ощущается она, кстати, так же, потому что это очень хорошая, качественная клавиатура, не считая вот этого брака кривизны. Ну, за $13 это можно простить. Это просто, ну, федерация, я не вижу смысла. Тем более, что я нашел решение, я просто под эту сторону на скотче присадил кусочек бумажечки, там сложил, да, и все. И она встала ровно. Она перестала шататься, и все замечательно. И этой бумажечки даже не видно. Потому что вот эта вот ножка резиновая, она как бы в углубление туда, вдаль клавиатуры уходит. Вот, собственно, ты когда сидишь вот так вот, вообще там ничего внизу не видишь. Клава просто обалденная. И сто пудов можно рекомендовать ее к покупке. Это без вопросов вообще, особенно учитывая то, что здесь русская раскладка. На Алиэкспрессе в основном продают с английскими буквами. Надо клеить наклейки. И, в общем-то, из-за наклеек весь смысл клавиатуры теряется. А здесь у нас все замечательно. И доставка очень быстрая. Пришло вообще прям, ну, очень быстро пришло. Около 2 недель она шла, по-моему, даже меньше. Вот, и я как бы такой, ничего себе, тут мне телефоны, блин, по 1.5-2 месяца идут, тут какая-то клавиатура вообще за такой короткий период времени пришла. Это очень хорошо, и что самое главное, отправили очень быстро. Там, допустим, в некоторых магазинах надо ждать по 5-6 дней, я заказал, и буквально на следующий день мне отправили посылку.
это хорошо. Вот. И я, кстати, посмотрел по Алиэкспрессу, это очень популярная клавиатура, ее во всех магазинах суммарно очень много заказывали, то есть это замечательно, потому что она одна из самых дешевых с LED-подсветкой, и то, что она еще имеет русскую раскладку, это, конечно же, большие плюсы. И сейчас, конечно же, надо же показать, как она светится, правильно? Так что сейчас будет ставочка с демонстрацией ее LED-подсветки. Так что смотрим. Ну, вот так, собственно, у нас светится клавиатура эта. Вот, у нас три режима свечения. Как я уже сказал, фиолетовый, красный и синий. Также она может переливаться. Вот, клавиатура хорошая. В принципе, я уже ее потестировал. Нормально работает все. Все кнопочки, ход кнопок тоже нормальный. Печатается, конечно, поначалу было непривычно, потому что она как бы такого небольшого компактного размера. У меня старая клавиатура очень большая была, и она занимала на столе очень много места. Но она была довольно удобной, потому что кнопки широкие были такие, ну как бы печатать было хорошо. Эта клавиатура поменьше. И что, кстати говоря, она даже тяжелее, чем моя старая клавиатура, несмотря на то, что старая, она больше. Вот. Но клавиатура классная, я к ней уже привык, и нормально все печатается, и вечером работать одно удовольствие, когда свет выключается, монитор светится, ничего тебе не мешает, у тебя освещенная клавиатура, ты видишь все буквы. Конечно, есть некоторая проблема, скажем так, еще когда вот эти вот клавиши, они все светятся довольно ярко, здесь уже немножко потусклее. Ну и все равно видно. Вечернее время, днем, понятное дело, что так себе, но вечером, то есть ты все видишь, не было такого, чтобы я там что-то пропустил. Мне все видно, Escape видно, все клавиши F, все боковые циферки, все видно нормально в вечернее время. То есть с этим проблем никаких нету. Так что определенно рекомендую ее к покупке. Классная клавиатура, быстрая доставка. Дешевая, что самое, блин, обалденное. И русская раскладка, она тоже подсвечивается. Так что одни прям плюсы, блин, ну не считая того минуса, что мне попался такой чуть-чуть кривоватый экземпляр. Но в принципе визуально этого не видно. То есть когда ставишь на ровный стол, то да, есть там буквально немного, пару миллиметров, то есть вообще небольшой зазор. Но эта проблема легко решается, потому что, как я уже сказал, я туда подклеил бумажечку, чтобы все было замечательно. Так что вот такая вот у нас адская клавиатура была, дешманская. И вот такой вот у нас обзор был. Так что подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео, спрашиваем, если что. И всем спасибо, пока.